Привет, друзья! Сегодня обалденная акция. На сайте Виолити можно выставить лот, поставить резервную цену, и за это не будет сниматься комиссия. Давайте мы выставим сейчас лот. Я покажу, как размещать лот на аукционе, и поставим на него резервную цену, и посмотрим, как пойдут торги на этом аукционе. Выбираем аукцион Виолити, выбираем раздел, у меня будет нумизматика. Под раздел будем выставлять монеты Украины. Ищем раздел соответствующий, монеты Украины. Вот, для обращения и пробный подходит. Вставляем сюда, соответственно, этот металл. Поставим разное, другое. Значит, денежная единица у нас гривна. Вид — это у нас монеты. Количество лоти, ну, больше 10 штук. Номинал 1 гривна. Давайте дальше. Ссылка на видеообзор. Ссылка на видеообзор. Дальше нам нужно загрузить фотографию. Давайте загрузим. Так, дальше. Так, стартовая цена ставим 1 гривна. Шаг цены, ну давайте поставим 5 гривен, шаг цены. Указать резервную цену. Резервная цена — это наименьшая сумма, за которую продавец готов продать лот. 1% от указанной цены. Давайте поставим указанную цену. Лот я оцениваю, ну, в 2900 гривен. Давайте поставим 2799, чтобы было интересней. Так, включить функцию «Второй шанс». Это что человек может купить этот лот по данной цене. Окей, пускай человек может купить по данной цене данный лот. Время, насколько мы поставим данный аукцион. Ну, поставим хотя бы дней на 6. Давайте посмотрим по календарю, что это за день недели. У нас 20 февраля, это четверг, отлично. 20 февраля на 6 дней, супер. Установить время. В принципе, можно поставить. Данная услуга платная, но довольно удобно, когда люди торгуются в то время, когда им удобно. Например, до 22.03. Да? Установить антиснайпер, отлично. Теперь давайте заполняем. Я прописывал, да, некоторые монеты покрыты серебром. Гривна 96-го, гривна 2001-го. Потому что там все четко понятно. Видеообзор можно скопировать, где мы его вставляли. Вот отсюда. Вот наш видеообзор. Харьков, карта Монобанка, Приватбанка. За счет получат все. Так, ссылка на обсуждение. Так. Давайте смотреть, все у нас выставлено, я готов к аукциону, все выставлено. Давайте посмотрим, как у нас выставится данный лот. Создать лот. У нас будет списано гривна и 1 копейка. Это за установление времени аукциона, торгов. Но в целом, если нам что-то не нравится, вот, например, мы не хотим платить 1 гривну, время можем отключить. Вот эту опцию отключаем, например, да, и ставим создать лот. У нас всего 1 копейка за размещение. Ну и комиссия в зависимости от цифры продажи 5% будет от последней ставки взиматься. А если она меньше, получается, робота, то не будет взиматься. Ну что ж, создать лот. Давайте проверим. Так. Ваш лот добавлен в течение 3-5 минут. Давайте обновим, посмотрим. Вот у нас этот лот. Ну что ж, друзья, у нас установлен, уже торги стартовали, данный лот, описание, видеообзор, все есть. Здорово. Ну что ж, я буду ждать тех, кто поставит первые ставки на данный лот, друзья. Очень крутые тут монетки есть, вот такие бонусные монетки.
в серебре, это гривна 96-го и 2001 года, обалденно смотрится, посмотрите видеоролики, сейчас у вас аннотация выйдет на этот конкретный ролик. Вот такая, вот так можно разместить, вот такая бомбезная, крутая акция. Ну, пока мы не видим, как резервная цена ставится, потому что еще ставку никто не поставил. Ну что ж, будем ждать первых ставок и следите за этим лотом. И у него будет, думаю, счастливый обладатель, потому что довольно прикольный, лично от меня получит такой вот лот. Ну что, поехали.